Студенческая газета «Голос Мордовского университета» – одно из старейших печатных изданий республики. Первый выпуск увидел свет еще в 1958 году. За это время «Голос» стал визитной карточкой МГУ. Здесь в редакции трудятся те, кто ежедневно освещает жизнь вуза, те, кто пишет про студентов и для студентов. Без корреспондентов «Голоса» не обходится ни одно университетское мероприятие. Для будущих журналистов это прекрасная возможность на практике освоить свое призвание. То есть это развитие профессиональных навыков, учусь писать тексты грамотно, и развитие надпрофессиональных компетенций. То есть я учусь, как я уже сказала, работать в команде, и я учусь вообще понимать, из чего состоит профессия журналиста. Потому что это не только умение работать со словом, но и умение хорошо разговаривать с людьми. Свой юбилей редакции отмечает в окружении самых дорогих гостей. В событии приняли участие экс-редакторы и журналисты издания. Именно их усилия, творческое видение и организаторские способности сделали «Голос» таким, какой он есть. Его читают, его любят, его ценят и студенты, и преподаватели, и руководство вуза. Мы видим газету, которая живет и, уверен, будет дальше жить. Да, она будет развиваться, она будет трансформироваться, она будет обязательно быть современной, интересной. Этому тоже нужно все время учиться. Поэтому считаю, что это очень большое и важное достояние нашего университета. Его нужно хранить, развивать, ценить, о нем всем рассказывать и делать, и продолжать делать такой же интересной, как она была многие десятилетия. Сейчас «Голос Мордовского университета» — это сочетание большой истории, нового формата и самых современных технологий. Ну и, конечно же, на любом этапе развития издания «Голос» — это прежде всего люди. Своими воспоминаниями поделились и ветераны. К примеру, Дмитрий Бардин «Голосу» посвятил 30 лет жизни. Я застал времена, когда газета набиралась вручную, со свинцовых литер, отливались строчки на линотипах из свинца. Все это вручную версталось, корректировалось. В общем, интересная работа, но очень трудоемкая. Чтобы быть актуальной, газета постоянно трансформируется, ищет новые форматы, неустанно экспериментирует. Со времен первого выпуска менялись названия, логотипы, формат печати. Газета «Сегодня» — это интервью с учеными вуза, студентами, известными спортсменами, творческими людьми. Активно ведутся различные тематические рубрики. Опытные, соответственно, делятся своим опытом с молодыми коллегами, а молодые коллеги, соответственно, делятся своим задором с нами. И газета «Голос Мордовского университета» всегда идет ногу со временем, развивается и остается ярким креативным изданием Мордовского государственного университета и, соответственно, Республики Мордовия в целом. Михаил Мазанов, Дмитрий Малахов. Народные новости.